Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, задание дня, громкое событие, давай посмотрим. Поосторожнее с приемами из стратегической колоды ореха в доспехах. Ореха ВОЗ. В армии заразительной сальцы закрался тот еще трусишка. Вот этот трусишка, да? Так, а за кого я буду играть-то? Наверное, за... танцора, да? Нет, за орех. Ну что, давай. Угу. Так, это пока мне не нужно. Блин. А вот это? Да вы серьезно, что ли? Блин. Короче, колода на орехах. Как я могу понимать. А я сюда поставлю. Так, сейчас будет интересно, конечно. Мне вот это не нравится. Слушай, он же, по-моему, при заклинании, да? Да. Заклинание делаешь, он сматывается. Тогда пропустим пока. Блин, ну нам уже навтыкали нормально так. Опа. Ты смотри, что вытворил, а? Гаденыш несчастный. Блин, ладно, я думаю, что защита сработать должна у нас. Нет, не сработало. Кто вот у него там? Я не знаю, ребят. Давай попробуем так сделать. Через орех. Ага. На тебе. Конечно, обидно, что мы ничего сделать пока не можем. Хильнемся, но, наверное, позже. Ну куда ты? Куда ты выполз? Так, он хочет применить заклинание, ведь так? Так. И он 100% его применит. Как же мне тут лучше сделать-то? Я знаю, что я его наказать не смогу. Ну, давай, наверное... сделаем вот так. Сейчас кого-то он прокачает. Ну, понятное дело, кого же он еще может прокачать? Сейчас у него еще защита сработает. Блин, 6 в лицо, совсем, ребят, неприятно. Совсем неприятно. Если мы, например, залечимся. Нет, парень, давай-ка вот без этого вот, пожалуйста. Стоп, нам лучше, наверное, сделать. Как лучше сделать-то? Наверное, вот так вот будет оптимально. Ему не хватит применить заклинание, да? По идее-то. Надеюсь, это сработает. Да. Все, ребятушки, ушатал орех эту заразительную сальцу. Ну что, теперь у нас, как обычно, ребята, блин, ежедневки уже одну выполнили. Уже одну выполнили. Нанесите 20 единиц урона героям Цитроном и отбросьте карту. Отбросьте карту, это в плане обратно ему в руку, получается, да? Скинуть ее. Так, Цитрон, ё-моё. Не умею я играть за Цитрона вообще, ребят. Тут у нас какая-то колода есть одна собратая. Угу. Что-то у меня так много кактусов здесь. Непонятно зачем. Так, подожди, а ландшафты, ландшафты. Тут главное, ребят, тоже ландшафты. Так, есть тут один, да? А, два даже есть.
Я смотрю, мы хотим, как бы тебе объяснить, сыграть здесь через кактус, который будет наносить урон нашей ягоде. О-о-о, бессмертие. Ягода будет, естественно, за счет этого прокачиваться. Плюс еще орехи, которые тоже, ребята, будут получать урон. Ну, как бы, в принципе, хорошо. И в то же время плохо. Вылез, да? Чудило несчастный. Что мне с ним сделать? Ну, можно наказать через кактус. Давай накажем. А дальше что? Дальше у нас только орех идет. Блин, только не говори, что у тебя... И, ребята, его надо было в первую очередь уничтожить. Ну, как бы... Ну, кто знал-то? Он сейчас будет прокачивать своих... животных. Это именно для этого сделано, ребят. А у меня ничего нету. Вот, смотри. Вот, ничегошеньки, ребят, нам не выпадает, блин. Только на следующий ход я смогу что-то сделать здесь путевое. Ну, кто там у него? Вот кто здесь у него? Опа, понял, что он делает. Ну, естественно, еще и прокачка пойдет. Нету никакой прокачки, кстати. Будем применять, наверное, этого, да? Смотри, 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 что делает. Смотри, что делает, ребят. Так, еще одно пугало вылезло. Навтыкают нам сейчас тут по полной программе. Как тебе такой расклад? Это, конечно, хорошо, но... Что он собирается сделать? Ребята, за две энергии, а? В принципе, мне уже здесь ничего не поможет. Короче, трындец, но выпадало... Лучше не придумаешь. Да? Все, меня тут разобрали. С такими картами куда идти-то? Не ниже четырех. Он уже, ребята, на своем ходу поставил. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, все линии забил. Я лишь только одного установил. Нормально? Ну все, 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 понятно тут. Что-то ты, Цитрон, конечно, да. 20 единиц урона нужно нести. Я не могу понять, у нас что? Ты посмотри, у нас есть. Груша есть, да? Этот чудик, этот. У нас много чего есть. Вот два ореха. Кактус один только дали, лужайка. И они мне стали давать вот этих вот. Вот, все. Этот мне подсунули, вот этот. Зашибись? Они бы еще вот этот бы мне поставили бы в конце. Нормально? Да? Ничего не поделаешь, ребята. Это рандом. Ладно, давай еще разок попробуем. Все равно нам нужно нанести 20 единиц урона. Как хоть ты тресни, блин. Ну что опять-то начинается? Ну... Ягода. Малина, блин. Во. Кактус, лужайка. Тут вопрос только в другом, ребята. На чем у нас будет играть разгром? Давай орех поставим сюда. Угу. О,
ладно. Деловой. Наивный парень, да? Так, ну, во-первых, здесь лужейку, это раз. И вот так вот сделаем. Ты посмотри-ка, а? Орех-то уничтожит, понятное дело. Что у него там может быть? У него, значит, хил. Раз он не стал, ребят, ничего применять, значит, у него здесь хил. Угу, даже так. Давай я сделаю так. У него может быть валун. Угу. Ну, я понимаю, что у него там хилочка, и он типа ничего не боится. Но это он так думает. Это он так думает. Видишь? Вирус он решил поставить. Так, только давай мне не удаляй вот этого паренька, пожалуйста. Ну вот, пошла прокачка. Вот, да идите вы в пень, блин, три могилоеда взяли. Ну чё, это что, ребята, это нормально? Вот это вот нормально, блин, три могилоеда взять, а? Дать, точнее, блин. Я в шоке. Я же говорил, что у него хилка есть. Ну это что? Ну как тут играть можно? Ну когда тебе дают вот такое вот. Оно мне сейчас вообще не вперлось ни в одно место. Ботанка. Что, у него опять вирус? А, понятно. И вирус, да? Нормально сыграл? Ну, понятно, тут, короче, нас уничтожили. Тут уже ничего не сделаешь. Твоя защита тут тебе не поможет. Вот это вот, нафига мне столько надо... Вот знаешь, я тебе сейчас скажу, что... Вот давай мы сейчас вот это вот все уберем, и нам сразу будут давать противников, у которых будут надгробия. Не веришь? Сейчас смотри. Я просто в ш... У меня их две штуки, откуда там три-то взялось? Не понимаю нифига вообще. Третью мне кто-то, наверное, вытащил, да? А, этот же. Плевальщик, ё-моё, папоротник или как его там величать? Вот этот рандом просто бесяво, ребят. Он может сыграть как на тебя, так и на противника. И ничего ты с этим не сделаешь. Профессор. Ну и чё, профессор? Профессор одни заклинания практически, ребят. Тут только вот этот орешек подойдет. Хотя у него тоже там, по-моему, если не ошибаюсь, в надгробиях противники. Ну, давай, 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 быстрее уже. Так, защита. Ну, что ты там думаешь? О, видишь, что вытворяет? Давай смотреть, что у нас получится из этого. Потом можно будет, конечно, поставить сюда лужайку шипастую. Либо же защищать нам вот этот вот орех. Желудь. Все,
Все зависит от того, что он будет ставить. Конечно, вот это вот применять на одного — такое себе удовольствие, если честно. Ну что ты, твою налево. Одну карту поставил и все. Сдулся? Нет, ребят, не сдулся. Что-то думает до последнего. Сейчас будем смотреть, что он там будет вытворять. Ага. Ну давай так вот сделаем. Сейчас либо он его переместит, либо разыграет свою эврику, либо добор. Ну что такое будет? О, видишь, размещает случайных. Так, ну ладно, этого уничтожим. Одну единицу урона получим, конечно, в лицо. Кактус. Берет дополнительную энергию. Вот так вот он делает, ребята. Не очень хорошо, конечно. Ладно, поставим вот сюда. Не знаю, что он сейчас прокачивать начнет его или что он там сделает сейчас. Доборы карт. Угу. Ну, допустим. Что мы можем сделать? Да, интересная игра. Но мне кажется, у него, ребята, здесь будет этот Куробойщик. Вероятнее всего. Пипец. С картами-то просто завал, ребята, у меня. Команда, да? Растение со способностью команда. Давай так посмотрим, что он сейчас будет. Какие-то заклинания применять или что-то в этом роде. Сто процентов. Блин. 100% у него Куробойщик есть. Видишь, что начинает переживать. Наборы всякие делать, карт. Так, этого тоже сейчас снесем. Угу. Да, конечно, наивный парень. Давай вот без этого, пожалуйста. Ну, что будем делать? Поставить орех?
Ну что, будем смотреть. У него одна, ребята, энергия. Он наносит 2 единицы урона. Ты в курсе, что это все? Это смерть тебе, парень. 2, 6. Да. Тут кранты. Опять же, ребята, чистая удача. Ну что, 20 единиц урона нанесли. Теперь нужно отбросить карту. Кто у нас по отбросам карт? В принципе, бесенок пойдет. У него есть там один чувачок на попрыгульке. Он может как раз откинуть карту. С нами воюет Роза 33 уровня. Вот он этот чудило. Я его оставлю тогда, наверное, да? Блин. Опять рука что-то не зашла. Роза, на чем у нас? Понятно. Ну что, тогда придется рисковать. Надеюсь, бесенок встанет на воду. Отлично. Бесенок встал на воду. То есть фиг ему, а не доборы. Ох, хорошая карта, ребята. Но он сейчас на чем? Он сейчас будет на фасольках, наверное, да? Играть. Кукуруза. У него, ребята, кукуруза. Так, я не удивлюсь, если у него еще кукуруза будет. Ага. Но этого мы заглушим на следующем ходу. Или можно откинуть. Тут, в принципе, 2 варианта. Но я думаю, что лучше заглушить. Так, у него наверняка цветочек есть. А, нет. А зачем он так сделал? Превратить его хочет, да? А, вот как. Так, этот пускай там стоит. Беспонтовый на воде. Поехали. Блин, у него еще защита срабатывает. Так, друзья, мы можем потом спрятать через надгробие. Но опять же, не факт, что... Или откинуть его нафиг лучше. И у него могилоед есть. Давай просто проверим. Чисто, ребят, проверка. Погнали. Посмотрим, что у нас вот из этого выйдет. Блин, 6 энергии. Он сейчас может этого поставить. Скажи, и я скажу. Так, отличная карта. Это так себе. Ну что, тут можно, в принципе, этого бомбануть, да? Или как? Ну да. Хотя лучше его не трогать. Потому что он может сюда кого-нибудь другого поставить. Замечательная карта, ребята. Так, смотрим. Ландшафт, если что, мы поменяем.
Гриб. Ну, гриб уничтожим. Превращает в козла. Допустим. Так, и... Понял. Я тебя прекрасно понял. Поехали. Так, защита срабатывает, да? Уничтожит он мне сейчас его терновым кустом. Даже вот так вот делаешь. Фигово, конечно. Не очень хорошую карту ты мне, конечно, подсунул, парень. Нам же нужно откинуть, друзья. Нам же нужно откинуть, и желательно срочно. А что, неужели у тебя листочка нету? Я что-то не верю, чтобы у тебя не было листочка. Так, восстанавливай здоровье себе. Но я чувствую, у него уже одно место подгорает, как у меня обычно оно подгорает. Ага. Иди отсюда. Ну, мы выполнили задание. Сейчас вот терновым кустом уничтожит. А, заморозка у него. У этого гаденыша была заморозка, оказывается. Так, куда же он поставит? Давай вот так сделаем. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой, напугал. Ёк-макарёк, серьезно что ли? Да ладно, я тебя умоляю, парень. Так, ребят, ну что, замораживаем, наверное, вот этого чудила. Вот так вот будет оптимально. Поехали. Такс. Сюда поставим. Так, замечательно. Поставим так и, наверное, еще вот так сделаем. Угу. Так, ну что, друзья, попал он, по-моему, да? Попал по полной программе. Да, он сдался. Он понял, что это просто трэш. Ну и правильно. Ну и правильно, ребят. Ну что, мы выиграли. Мы отбросы сделали, поэтому задание, скорее всего, выполнено у нас. Да. Ну что я тебе скажу. Через 245 самоцветов, ребята, мы с вами получим 11 паков, которые, конечно же, будем открывать. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.